Привет, друзья! Вы на канале Фартовый коллекционер. В этом видео я подведу итоги конкурса с бесплатной монетой 1 гривна 1996 года. Ну, смотрите дальше. Для участия в подобных конкурсах достаточно просто написать комментарий под моим роликом и быть подписчиком канала с открытыми подписками. Подпишитесь прямо сейчас, чтобы не забыть. А сегодня будет первая часть видео про уникальную монету, которая впервые на электронных торгах на площадке Виолити. Каждый из вас держал в руках вот такие монеты 1 гривна с первым вариантом дизайна, единичкой. Но не все знают, что некоторые из них могут стоить целое состояние. И, например, за стоимость вот такой вот монеты можно купить настоящую машину. Вот, например, эта гривна была куплена одним из серьезных коллекционеров за 40 тысяч гривен. Вообще, Виолити славится тем, что на сайте огромная аудитория следит именно за дорогими и редкими монетами Украины. 447 человек следило за этим лотом. И это только начало развития украинской нумизматики. Я общаюсь с коллекционерами монет Украины, так как у нас общее хобби. Да и мой канал 2 года назывался просто «Монеты Украины». И они говорят, что каких-то 5 лет назад просто нереально было найти 15 копеек 1992 года. А про гривну 1992 года невозможно было даже мечтать. Но мир развивается и интернет. Благодаря этому тема редких монет Украины набирает популярность. Те коллекционеры, которые держали свои монеты, не зная им цену, сейчас начинают их продавать и выставлять на Виолити. Можно сказать, светить. Огромную роль в этом играет, конечно, Виолити, где можно купить и продать редкую монету Украины. И просто раньше все сделки проходили лично, и никто даже не знал цены продаж. Обзоров на монеты Украины становится все больше, появляются новые молодые каналы про монеты Украины, что двигает украинскую нумизматику, ну, чему я безумно рад. Так как мы узнаем больше историю нашей страны, больше историю наших денег. Только на моем канале почти 50 тысяч подписчиков, которым близка тема монет Украины. А есть каналы, у которых 100 тысяч с миллионными просмотрами. Кстати, давайте дожмем до 50 тысяч, пожалуйста, подпишитесь. Я помню, когда в первый раз я увидел нумизматический канал про монеты, я пересмотрел все видео и был очень благодарен автору, что он популяризирует эту тему. Хочу передать теплый привет каналу Аверс Василю. Пожалуйста, подпишитесь на его канал, ссылочка будет в описании или подсказке. Ну, с развитием украинской нумизматики могут появляться и негативные моменты. Люди, которые хотят заработать нечестно на хобби других людей, это, например, подделки монет, могут быть перерезы или продажа копий, выдавая их за оригинал. Появляются скептики. А почему так вообще происходит? Ну, зачастую происходит от недостатка проверенной информации. Некоторые люди могут критиковать, выражать другую позицию, но в этом есть плюс. Они могут нам помочь определить, где подделки, а где оригинал. Ну, бывает, просто люди говорят, что как можно за какой-то кругляшок металла отдавать какие-то такие сумасшедшие деньги. Но ведь это не просто монета, это история современной Украины. Ну, с тем, что появляются подделки, нужно обязательно бороться. Каким образом, спросите вы? С помощью интернета, с помощью форумов, обсуждений. На Виолити есть замечательный форум, куда можно выставлять ваши монеты и спрашивать мнение экспертов. Есть очень уважаемые коллекционеры, коллекция которых просто невероятна. Сейчас, благодаря вот этому лоту 1 гривна 1992 года с гуртом 1994, у вас есть возможность посмотреть на уникальные фотографии монет, тираж которых не превышает 50 или 20 штук. Именно такие монеты я буду показывать на своем канале. Во второй части видео я расскажу про эту монету, про историю ее появления, покажу редкие документы и фотографии, так что подпишитесь обязательно. И спасибо огромное людям-коллекционерам, которые связываются со мной после таких роликов, как этот, чтобы дополнить какую-то информацию. И я мог поделиться с вами, мои дорогие зрители, этим контентом. Мы создали комьюнити людей, которым интересна история. Мы любим нашу страну и проявляем нашу любовь через коллекционирование и интерес к монетам. Я всем рекомендую заглянуть на этот лот, посмотреть фото, которые там предоставлены, так как монеты, ну,
очень интересный. Они есть также и в других книгах, например, в каталоге Максима Загребы или в книге ЛСЗ. Я добавлю эту книгу в описании для бесплатного ознакомления с обязательного разрешения автора. По поводу НБУ. Информацию по пробным монетам Национальный банк пока не предоставляет. У них есть какой-то бардак на сайте, и вообще им явно не до нумизматов. Они могут наверняка предоставить какую-то информацию о тех монетах, которые есть в обороте, но не о пробных. Но в любом случае эта тема очень интересна к изучению, так что пишите ваши комментарии и мнения здесь, что думаете по поводу пробных монет и редких монет Украины. И, друзья, я готовлю следующий выпуск как раз про вот эту монету 1 гривна. Напишите, пожалуйста, комментарий, поддержите лайком, что вы хотели узнать про эту монету. А теперь давайте перейдем к конкурсу и узнаем, кто же получает монетку 1 гривна 1996 года. Поехали! Так, друзья, значит, какие были условия у нас? Необходимо было поставить лайк видео, и как только наберется здесь 250 лайков, я разыграю эту монетку 1 гривну 1996 года. Нужно быть подписчиком моего канала и подписаться на канал Фишка ТВ. Сейчас мы, собственно, проведем этот розыгрыш. И спасибо всем, кто присоединился сейчас в онлайне в Инстаграм. Привет вам огромный. И спасибо за ваши лайки. Для того, чтобы провести розыгрыш, нам нужно скопировать эту ссылочку. И в специальный сервис, в котором я всегда провожу, это Visa On Air, мы вставляем данную ссылку. Как обычно, у нас проверяем по авторам и проверка подписки. И главное, чтобы был подписан на канал Фишка ТВ. Давайте, ну что, все готовы? Всем удачи! Отправлю монетку бесплатно по Украине с бесплатной доставкой от меня. Ну, погнали! Удачи всем! Так, 107 комментариев. Лайк за рыбалку и не только. К сожалению, список подписок скрыт, и мы не видим, подписан ли человек на мой канал. Всего 107 комментариев, но надо быть подписанным на мой канал. Что такое? Давайте заново, давайте еще раз обновим. Smart Money. Класс, отличное название YouTube канала. Давайте посмотрим, подписан ли этот канал на... то, что нам надо, на Фишку ТВ. И вот мы видим Фишка ТВ. Вот такая зелененькая аватарочка. Все правильно. Smart Money. Лайк. Класс. Вот все то, что нужно. Подписываемся прямо сейчас. И есть даже ссылочка на Инстаграм. Мы сможем прям оперативно связаться с этим пользователем. Гляньте, тут есть три выставленных лота, три выставленных монеты. И также есть YouTube канал. Давайте. А, ну как, собственно, мы с него и перешли. Вот. Друзья, ну вот у нас определился победитель. Пожалуйста, напиши мне. Я отправлю монетку 1 гривна 96 года. Бесплатно. Для тебя. Друзья, спасибо всем, кто поучаствовал в моем конкурсе. Не расстраивайтесь, если вы не выиграли. Вы обязательно участвуйте в следующих розыгрышах, потому что я планирую постоянно, регулярно проводить. У нас же канал «Фартовый коллекционер». Просто оставляйте лайки, подписывайтесь на мой канал, выполняйте, открывайте подписки, чтобы у вас было видно. И все получится. Всем удачи, всем пока.